Не останавливайте ваши молитвы. Во имя Я Есим, то, что Я Есим, Пресвятая Богородица, Возлюбленная Мать Мария, Я спешу преклонить колено перед Тобой. Я не могу найти слов, которые бы позволили мне передать всю любовь моего сердца, которую я испытываю к тебе. Прими мою любовь и благодарность. Ты знаешь о том, что в данный момент является наиболее важным для роста моей души. Я прошу твоей помощи и поддержки. Я прошу, чтобы за суетой дня я не забыл тех тихих минут нашего непосредственного общения, которые помнит моя душа. Пусть моя неразрывная связь с тобой поддерживает меня в жизни и помогает не забыть о высшем пути, которым я намерен идти в этой жизни. Аминь. Во имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа. Аминь. Я благодарю всех тех, кто все свое свободное время посвящает чтению розариев. Я обещала прийти и подарить вам розу. Многих из вас я буквально осыпала – розами. И если бы вы замечали то, что происходит вокруг вас, глазами вашей души, то вы бы могли увидеть, что вся комната, в которой вы читаете розарии, буквально усыпана розами. Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила Иси, душ наших. Моя любовь к вам изливалась неизменно во время чтения ваших розариев. И я чувствовала вашу любовь. О, вы не можете себе представить то блаженство, которое я испытываю, когда получаю вашу любовь в свое сердце. Ваша любовь проникает сквозь завесу и струится, подобно благостному фимиаму, окутывая меня. Я всегда могу различить, чье сердце посылает мне эту любовь. И я всегда могу послать свое благословение вашему сердцу, вашему жизнепотоку. Будьте благословенны, все те преданные и сострадательные сердца, которые находят время остановиться среди суеты дня и дать мне вашу любовь и энергию Розария. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила Иси душ наших. Давайте не будем останавливать этот поток любви и этот взаимообмен энергией между нашими октавами. Представьте себе, что каждая ваша молитва, обращенная ко мне, все более и более утончает завесу между нашими мирами. И есть области на земном шаре, где сила ваших молитв сделала общение между нашими мирами возможным настолько, что вы можете ощутить мои прикосновения и запах роз, которыми я усыпаю вас. Возлюбленные, не останавливайте ваши молитвы. Я по-прежнему нуждаюсь в вашей любви и в ваших молитвах. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Яко спаса родила Иси душ наших. Вы не можете себе представить, какое это непередаваемое чудо, которое дает нам Господь. С помощью нашей любви мы способны растворить любые преграды, лежащие между нашими мирами. И нет ничего более возвышенного, более приятного и благостного, чем то общение, которое мы можем подарить друг другу. Мы стоим по разные стороны от границы, разделяющей наши миры. Однако сама граница утончается и утончается под воздействием всепоглощающей силы любви. Возлюбленные, нет преград для силы любви. Любовь способна творить чудеса, как в вашем мире, так и в нашем мире. И любовь является той силой, которая имеет возможность проникать сквозь завесу. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила Иси душ наших. Когда вам выдастся минутка, и вы сможете отдалиться от вашей суеты и предстать перед моим образом, пожалуйста, не думайте, что я где-то далеко. Я слышу искренний зов вашего сердца. И я там, где вы. Я слышу каждое ваше слово, которое вы говорите мне. Независимо от того, произносите вы эти слова в вашем сердце или произносите вслух. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила Иси, душ наших. И если вы затаите ваше дыхание и присмотритесь, вы можете даже разглядеть мое присутствие – рядом с вами в виде легкого, едва различимого облака. Или вы можете ощутить тонкий аромат роз. Или вы можете ощутить мои прикосновения к вам. Я люблю наблюдать за вашими лицами во время вашей молитвы. И я иногда позволяю себе подойти во время вашего чтения розариев и погладить вас или поцеловать. Вы многие ощущаете мои прикосновения и даже пытаетесь, отогнать меня, как надоедливую муху. О, если бы вы только допустили в своем сознании мысль, что это была не муха, а сама Мать Мария приходила, чтобы поцеловать вас, вам стало бы очень неловко и смешно. Богородица Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила Иси, душ наших. Наши миры находятся гораздо ближе друг к другу, чем вы можете себе представить. И уже сейчас, во время молитв, вы можете ощущать мое присутствие. Нет более близкого владыки, чем я, для людей Земли. Я откликаюсь буквально на все ваши просьбы. И мне очень жаль, что иногда ваша карма столь тяжела, что я не могу оказать вам ту помощь, о которой вы просите. Однако нет ничего невозможного для Бога. И когда ваше осознание своих прошлых ошибок произойдет на новом уровне, возможно, мне будет позволено оказать вам помощь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила Иси, душ наших. Я прошу вас, не останавливайте колесо молитвы. И если вы не можете Ввиду своей занятости, Уделять молитвам много времени. Я думаю, у вас всегда найдется время и возможность Бросить среди суеты дня Взгляд на мой лик или икону И послать мне вашу любовь. Это займет всего лишь секунды. Но если вы в течение дня сможете посылать мне вашу любовь всего лишь несколько раз в день, это заменит для вас чтение розариев и молитв. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила Иси душ наших. Всегда имейте при себе мой образ. Носите мой образ с собой в сумке, в ладанке. Всегда помните, что там где присутствует мой фокус в физическом мире. Там я могу установить свое присутствие благодаря той энергии любви, которую вы мне посылаете. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, Яко спаса родила Иси, душ наших. Потерпите, возлюбленные, недолго осталось ждать. Выйдите на рассвете и ощутите сладостный миг, когда солнце еще не показалось из-за горизонта. Но уже все кругом предчувствует этот миг восхода Солнца. Вот сейчас мир находится в этой точке ожидания восхода Солнца. Солнца веры, солнца любви, солнца надежды и расцвет вашего сознания точно так же неминуем, как рассвет солнца, который предвидит ваше существо. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила Иси душ наших. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Божественной Матери, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Во имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа. Аминь. Богородице, Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с тобою, Благословенна ты в женах и благословен почева твоего, Яко спаса родила и си душ наших. Богородице, Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с тобою, Благословен на ты в женах и благословен плочево твоего. Яко Спаса родила, если душ Богу Богородице дела радуйся, благодатная Мария, Господь, тобою. Благословен на ты в женах и благословен плочево твоего. Космоса родила и си душна.